Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про ожидания и обиды в данном случае. Мне 35 лет. Меня зовут Вероника. Или Вероника. Прямо путаю. Ударение. На какую букву ставить, поэтому извините, пожалуйста. Вот. Мне 35 лет, у меня есть старший брат и сестра, они меня старше на 9 лет. Я 13 лет живу в Москве, но приехал из провинции, они остались в провинции и создали семьи без детей. С годами наши отношения сильно испортились, так что они ничего не хотят, у них всегда нет денег, и в принципе нет желания что-то делать и менять. У меня наоборот активная жизненная позиция, я стараюсь их воспринимать такими, как они есть, но у меня к ним очень много обид, из-за которых накопилось много негатива. Например, у меня родился ребенок, они его видели впервые и сказали, что денег нет на подарок. Я не представляю, как можно прийти к новорожденному без презента, хотя бы дешевую покремушку всегда можно купить. При этом у них есть квартира, машины, так, то есть сыне сильно плохо. Звала их в гости, но никто не приехал, сослались на занятость. А я с младенцем. Нашла время и приехала за 1000 километров повидаться. Друг с другом они тоже тут дружат и не общаются годами, живя в соседних домах. Меня это очень сильно расстраивает и обижает. Мне следует прекратить с ними общение или как-то это лечится. Мне так хочется дружную семью. Вопрос задан анонимно. То есть немного странно, человек называет свое имя, да, и вопрос задает анонимно. Вот. Значит, что хочется сказать? Ну, во-первых, вы не принимаете их такими, как они есть, потому что как бы, у вас очень много обид. То есть, как бы, у того, кто принимает людей такими, как они есть, как бы обид нет. Вот. То есть, тут у вас небольшой такой самообман получается. Во-вторых, обиды проистекают из ожиданий, которые у вас есть от ваших родных. И из-за того, что вам хочется дружную семью, хотя у вас, как бы, как я понял, у вас есть своя семья. И она получается не совсем дружная, раз вы хотите все равно хотите дружную семью. Вот. Важно как-то вот понимать, что с одной стороны ваши надежды на вот на родных людей, скажем так, не совсем корректны, да, потому что совершенно очевидно, что совершенно очевидно, что люди, они как-то вот, другие, да, то есть, вот, они, у них, другие приоритеты, у них другие вообще, ориентиры, можно, наверное, можно так сказать. Вот. У вас как бы свои, да, ориентиры, а у них как бы свои. Вот. И вот никак, никак это вам, никак это не изменить. Вот. Ну, как бы, в принципе, это изменить, невозможно. Потому что все люди разные, я бы сказал так, и как бы вы по большому счету тратите свои силы на то, что на то, чтобы ждать от людей
того, чего они вам, как бы, ну вот, дать, в принципе, не могут. То есть они не могут вам этого дать. Вот. Не потому, что они там плохие какие-то, да, а просто потому, что у них вот, ну, такие ориентиры. А в то же время, у вас есть свои, ну, скажем так, потребности. Вот. У вас есть свои потребности. Вы говорите о том, что вы вот хотите как-то, ну, семью, да, дружную хотите семью. То есть у вас есть потребность в дружной семье. И на мой взгляд, вот как мне кажется, вам бы вот в первую очередь постараться понять вообще, вот мне-то дружная семья самой, она зачем? То есть чего я хочу вот этой вот как бы дружной семьей-то для себя как-то вот получить, да? Вот. Мне-то как бы вот что нужно-то, что я хочу вот, ну, дружную семью. Вот. То есть то, что вы хотите дружную семью, это хорошо. Вы хотите дружную семью, отлично, как бы нет ничего вот, плохого, нет ничего дурного в том, что вы ее хотите. Вот. Но мне кажется. Вот мне кажется, что ваша потребность в семье таким образом удовлетворена не будет. Потому что вы требуете, как бы, ну, вот, от людей, да, того, чего они вам дать, в принципе, как бы не могут. Вот. И в этом ваша, как мне кажется, ну, одна из основ... в этом, мне кажется, ваша боль. То есть люди не соответствуют вашим ожиданиям. Отношения ухудшились, ну, скорее всего, из-за зависти. То есть вы уехали в Москву, как бы чего-то добились, соответственно, ваши брат в стране. Ваши брат в стране добились, вот, как бы, ну, ну, может быть, они действительно не хотят, может быть, что-то еще не так, это сейчас важно, вот, но... как бы важно вот то, что сейчас ситуация вот такая. На данный момент ситуация вот такая. А вы не принимаете это. Вы ждете, продолжаете ждать. Как бы, ну, сводя вот именно что, да, как бы вот, сводя, можно сказать, свою потребность вот в этой самой дружной семье, да, до вот попытки расположить к себе этих людей. При этом, так же, как и они, так же, как и они. Вы, как бы, ну, оцениваете их, вы осуждаете их, вы говорите, ну, ну вот, не представляю, там, как можно, там, прийти к новорожденному без презента, да? Вот. То есть вы судите по себе своих брата и сестры. Поэтому в первую очередь я бы поработал с обидой, да, то есть с обидой, с ожиданием, с болью,
Вот. А главное, что вам имело бы смысл как-то вот проплакаться, да, про там, ну, может быть, прогрессировать, да, например, опять же, ничего абсолютно плохого-то в этом нет. А дальше уже как-то вот смотрите, там сейчас у вас довольно сильное эмоциональное напряжение, как мне кажется. Вот, прекращать с ними общение или нет, решать вам исключительно. Вот, но учиться коммуницировать не конфликтно необходимо обязательно. Вот, решить свои проблемы, чтобы как бы ваши родные не задевали их и не как бы провоцировали вас на некоторое поведение необходимо. А вот что лечится, я, честно говоря, не понял. То есть, что лечится, вот, ну, вот конкретно, да, вот, вот, что именно вы хотите лечить, себя или их, непонятно. Особенно если учесть, что, как бы, ну, вы обращаетесь не к врачам, вы обращаетесь к психологам, это не те люди, которые занимаются лечением. Поэтому, как бы, вот, пожалуйста, обратите на это внимание. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!